Алло, наши ваши, господа товарищи комрады и подписчики. Это Георгий, учебный канал Ред Рояла. Мое почтение. Смотрите, на столе у меня лежит тайванский карбюратор. Значит, на 34-ку и на старуху. Тайванский карбюратор. Ну, визуальный вид у этого карбюратора очень такой достойный. Такой действительно достойный. Аккуратное литье. Очень аккуратно. Но это на 34-ю модель. Судя по утопителю, это 34-я. И резьбы нету на крышке. Вот это тайванский производитель. Визуальный вид, ну, очень качественный. Все достойно, красиво, цивильно. Вот, но он не работает. Он не работает так, как ему надо работать. Чтобы он хорошо, достойно работал, нужно произвести калибровку и доработать. Значит, что такое калибровка? Калибровка — это нужно отрегулировать глубину посадки внутреннего распылителя и точно так же наружного распылителя, который можно видеть вот там. Втулочка торчит, это наружный распылитель. Вот это нужно калибровать. То есть установить на свою высоту. У них, как правило, наружный заглубоко и внутренний тоже заглубоко. Не совпадает полностью. Значит, за основу я беру заводской чехословацкий карбюратор. За основу. Вот. И буду подгонять тайванский под заводскую калибровку. Ну, вот сейчас я вот сниму крышечку. Разберу этот карбюратор, разберу заводской карбюратор и буду калибровать. Ну вот. Работаем дальше. Поехали. Ну вот, все разобрал. Это заводской карбюратор, чехословацкий, тайванский. Это специнструмент, чтобы можно было калибровать распылители. Значит, что мы имеем? Первое, что кидается в глаза, жиклер. Видите, как он глубоко внутри? Вот он от края карбюратора, я замерял, почти 2,5 мм он углублен. То есть распылитель запрессован на такую глубину, что даже жиклер утопился. А как должно быть? Должно быть вот так. Вот заводской, и у него жиклер от края карбюратора торчит от 1,5 до 2 мм. Вот это вот первый очень большой косяк. Очень большой косяк вот этот вот. Значит, что надо делать? Нам нужно выбивать внутренний распылитель. Калибровать потом наружный распылитель. Потому что он заглубоко запрессован. Он запрессован настолько заглубоко. Сейчас я в тиски зажму карбюратор. В тиски и покажу. У меня одна рука занята, поэтому будет неудобно. Для начала нужно выбить распылитель, чтобы он мне не мешался бы. Вот. Но для этого я сначала выкручу жиклер и потом уже выбью. Жиклер выкрутил. Ну и теперь я буду выбивать внутренний распылитель. Он еще и криво запрессованный, я вон вижу. Криво запрессованный. Так, мне нужно выбить его для того, чтобы я мог потом выбить наружный распылитель. Потому что я до наружного распылителя не могу достать. Мне внутренний распылитель мешает. Для этого у меня есть вот такие две биты. Это наружный распылитель, чтобы его загонять. И
и внутренний распылитель, чтобы его выгонять, выбивать. А это чтобы наружный распылитель выбивать. Такие вот две биты. Значит, что мы делаем? Мы делаем, берем вот этот, вставляем сюда его. Он через внутренний распылитель будет выбивать. Через наружный распылитель будет выбивать внутренний распылитель. Сейчас я это зажму в тиски и буду это делать. Вот он, внутренний распылитель. Они имеют свой размер, и заводской диаметр сюда не подходит. У них почти в десятку разница. И даже заводские распылители между собой тоже не подходят. Их, ну, по крайней мере, у меня два размера попались. Пока вы не выпрессовали, вы даже не знаете, что вам понадобится, какой диаметр вам понадобится. Распылитель я буду ставить его уже обратно. Вот. Так, значит, распылитель мы выпрессовали. Теперь нам нужно внутренний распылитель сдвинуть с места. А сдвинуть с места его нужно по той причине, внутренний, потому что он заблокировал вот это вот отверстие. Вот он заблокировал. Сейчас я покажу. Ну, вот такая иголочка. Его родная иголка. Сюда вставляю. И она не проходит насквозь. Она должна проходить насквозь, и там через отверстие должно вылезти. Вот она там не вылезает, потому что наружный распылитель запрессован за глубоко. Это очень большой косяк. Два вот этих основных косяка, они самые тяжелые. Самые тяжелые вот эти два косяка. Значит, я сейчас буду выбивать внутренний распылитель. Ну, выше, поднимать выше. Для этого у меня есть вот такая бита, которая вставляется у меня снизу. Там уже подобраны все отверстия. И я буду по чуть-чуть бить. По чуть-чуть, чтобы его поднять кверху. Но на предыдущем карбюраторе мне пришлось поднимать почти целый миллиметр. Так, сейчас я это сделаю. Так, ну вот, готово. Внутренний распылитель я установил на свое место. Вот иголочка проходит. Тут, конечно, она немножко вон в бок уходит, видно. Но это не страшно для холостого хода. Ну вот таким вот образом калибруется наружный распылитель. Наружный распылитель я откалибровал. Теперь нужно откалибровать внутренний распылитель. То есть запрессовать его на его положенное место. Для этого у меня есть вот такой вот авторский пресс. Сейчас я все подготовлю и буду снимать дальше. Подготовил карбюратор, подготовил пресс. Вот такой пресс, вставляется внутренний распылитель в него. Ну и эта резьба закручивается уже на место пробки. Вот я его вставляю. Закрутить не могу, понятно. О, все, есть, попал, отцентровалось. Вот сначала закручиваю сам пресс на свое рабочее место. Есть. Закрутил. И здесь у меня контрольный люк. Я смотрю глубину прессовки внутреннего распылителя. Вот так это все выглядит. И теперь я запрессовываю внутренний распылитель.
Я просто знаю, сколько крутить надо. У меня просто здесь отработано так, что надо крутить до упора. Вот я до упора закрутил. До упора. Готово. Распылитель стоит на своем рабочем уровне, как положено. Вот он. Ну тут походу чуть-чуть больше, я одной рукой просто не мог закрутить, но я сейчас молоточком немножко стукну и закручу уже крышку. Ей больше, чем 2 миллиметра. Ну, я сейчас немножко поглубже закручу. Просится чуть-чуть поглубже. Так. Двумя руками это совсем по-другому. Одним это сложно, одной рукой. И все равно мне кажется, что нам поглубже. Тогда мы сделаем по-другому еще. Я его загнал чуть-чуть поглубже. Проверяем. Один и восемь. Все, этого достаточно. Теперь готово. Теперь у меня край жиклёжа, край карбюратора 1,8. Все, больше делать ничего не. Ничего не буду. Внутренний распылитель и наружный распылитель откалиброваны. Все. С этим порядок. Вот эти две самые важные функции, что нужно сделать на тайванском карбюраторе. Сейчас я пробочку закручу. Произвел замеры. Значит, уровень поплавка. Уровень поплавка. Потом глубину гнезда ножки поплавка. И длину иголки. Длину иголки. Я все это замерил. И они не совпадают с заводской. Вообще не совпадают. Значит, по уровню поплавка. Вот уровень поплавка. Чех у нас 21.04, Тайвань 23.01. Это практически 2 мм разница. Как я замерял? Так, я беру... Сейчас подготовлюсь. Карбюратор установил, подготовил. Дам света больше. Вот видно, значит, отверстие под уровень. И подножку поплавка тоже видно. Значит, как я подмерял, скажем, уровень? Ну, очень просто. Берется штангенциркуль. Просто штангенциркуль. Упирается в нижний край. И пока не упрется в корпус карбюратора. Ну, вот так вот я замерял. Значит, разница, как я и говорил, чех. 21 миллиметр 4 десятки, Тайвань 23
одна десятка. Это говорится о том, что у тайванского карбюратора повышен уровень почти на 2 мм. Это как бы плохо, даже очень, потому что перелив обеспечен. Но не так все страшно, как кажется. Не так все страшно, как кажется. Потому как, скажем, глубина гнезда ножки поплавка, глубина, значит, чех 65,2 и Тайвань 62,02. И плюс у каждого убираем по 4 мм. Почему по 4 мм? Чтобы замерить внутреннюю глубину, я ставил вот этот уголок, его толщина 4 мм. И от него я опирался на глубину ножки, гнезда ножки. Это 4 мм. Но разница в том, что в любом случае 3 мм разница. 3 мм. Это значит, тайванский карбюратор у него выше сам поплавок стоит выше. И за счет того, что здесь длина иголки, нет, это не длина иголки, так вот. За счет того, что здесь уровень у Тайваня выше, и тоже почти на 2 мм. Поэтому, в принципе, у него все сравнивается с заводской калибровкой. Ну и плюс еще длина иголки. Значит, чех 58,07, а Тайвань 59,01. Ну, в принципе, полмиллиметра. В любом случае перелива не будет, потому что поплавок закроет, иголка закроет клапан. Так что здесь все нормально. Здесь ничего делать не надо. Абсолютно ничего делать не надо. Можно играться иголкой. Иголка съемная, можно играться иголкой. Можно сделать еще один рубец и насадить, скажем, ну или выше, или ниже. Но здесь ничего делать не надо абсолютно. Нижняя часть поплавка ножки совпадает. По длине не совпадают. Просто здесь конструкция чуть-чуть приподнята выше. И за счет этого вот эти вот размеры, они не совпадают. Но это не опасно. Так что тут все совпадает как бы точно так же, как и на заводском. Просто поплавок сам по себе выше стоит. Как поплавок выше, так и отверстие под уровень тоже выше. Так, у меня почему-то и этот аккумулятор садится. Ну ладно. Будем снимать дальше. Так, значит, что я делаю дальше? Ну тут, в принципе, все понятно. По заводскому. Значит, я устанавливаю сразу 55-й чехословацкий пользованный воздушный жиклер и устанавливаю чехословацкие регулировочные. Что-то я не вижу, где они. А, вот они. Устанавливаю чехословацкие регулировочные болты. Регулировочные и воздушный. Устанавливаю чехословацкие, потому что, скажем, тайванские, они чуть потоньше. И они гуляют там внутри, в резьбе. Ну, очень гуляют. Поэтому я ставлю заводские, чехословацкие. Тут даже, наверное, даже видно, наверное, будет, что это не как потоньше все равно. Пружины я ставлю тайванские, они красивые. Да, буду заменять. Сейчас все это закручу, соберу и будем продолжать. Работаем дальше. Поставил под пресс карбюратор. Тулочка с кантиком. И буду сейчас запрессовывать. Смазал все герметиком. Готово. Ну вот.
Штучка с кантиком тоже. Сейчас все это надо зачистить. Сейчас я все это зачищу. Готово. Все зачистил. Ну вот. Втулка с кантиком. Ее нужно ставить с этим кантиком. Обязательно. Иначе резиновый переходник он сползает, воду засасывает, потом лишний. А еще и грязный какой-нибудь. Тогда вообще кирдык. Ну вот предположительно вот так вот происходит доработка и калибровка. Вот. Еще я вот не рассказал вот это вот те инструменты, которыми я калибрую и дорабатываю. Есть еще такой вот инструмент, чтобы можно было высоту узнать. Эту высоту я подгонял. Значит, я проверял поплавковую крышку и поплавок. Ставил вот так вот крышку. В него устанавливал поплавок и узнавал посадку гнезда клапана. Вот глубину. Скажем, между тайванским и между чехословацким, там что-то было 0,5 мм разница всего лишь. Ну, незначительно. Незначительно глубина вот между ними была. В общем, я остался доволен. Вот, и это вот я проверял вот так вот, этим уголком. Ну, движущий уголок. Поплавок ставил в крышку и в ножку поплавка упирался. Так я замерял глубину посадки клапана. Ну, в принципе, как-то вот так. Сейчас я хочу этот карбюратор установить на стенд. Вот стенд у меня приготовленный. Это уже откалиброванный карбюратор. Там все просто красиво, очень красиво. На холодную заводится настолько хорошо, что аж подозрительно. Так, сейчас я заменю эти карбюраторы. Установлю этот. Ну и буду пробовать заводиться на холодную. Что вам кажете? Ну, примерно такая процедура. Вообще волокита. Волокита инструмент нужно. Ну, в принципе, это все можно сделать. Скажем, это как я как серийная работа, да, я делаю инструмент. А если это разовая, скажем, какая-то процедура, ну, там можно сверло использовать, молоток там, ну, все это, скажем так, домашним полуварварским методом все это получается. Все это получается и будет работать. Ну, я для себя как бы вот сделал такие инструменты. Вот. Карбюратор откалиброванный и доработанный. И сейчас я его буду ставить на стенд. Работаем дальше. Все готово. Установил. Карбюратор есть. Установил. Ну, регулировка, как обычно, на дуру делаю. Надо открыть только краник. Так, вот, открыл. Топливо затекает. Ну и нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хватит. Закрываю. Ну, пробуем долбить. Что он скажет? Пробуем. Тут зажигания как бы нету. Так что первые три это типа подкачивающие, ну и четвертый, пятый должен завестись. Ну, посмотрим, что получится. Один. Два. Неожиданно. Даже очень неожиданно. Результат просто бомба.
И уже на холодную хорошо работает. Так, у меня вентилятор крутится, надо отключить. О, вентилятор отключил. Краник. Ай-яй-яй. Краник. Ну вот результат. Неожиданно. Да, в принципе, он и должен был завестись. По предыдущему карбюратору то же самое все было. Так, ну сейчас еще раз заведусь и все. Дымить не буду, все работает. Фу, надымил. Ну как-то так вот. Вот, который я снял с двигателя. С движка снял, который. Этот уже откалиброванный. Тут просто ставь и ехай. Ну как-то так вот. Все работает. Показал, рассказал. Я не байкер, я мотоциклист. Живу в гараже, сплю дома. Во как! Пишите, звоните. Я доступен. Я доступен абсолютно для всех. Кроме тех, кто не оценил моего доверия или попытался меня нахамить и нагадить. Я от таких особо одаренных людей целенаправленно самоудаляюсь. Мне это не надо. Без меня и без моего присутствия. Вопросы в комментариях не задавайте. Только в личку. Ну как-то так. Работаем дальше. Учебный канал. Ретро Ява. Георгий Трифонов. Вот. Работаем дальше. Я на связи.